За прошедшую неделю в отделе МВД России по Белореченскому району было зарегистрировано 397 происшествий и преступлений. 371 из них раскрыто. Было зафиксировано 13 случаев причинения побоев, 6 фактов мошенничества, 5 краж чужого имущества, а также по одному случаю приобретения, хранения, изготовления, перевозки наркотиков, приобретения сбыта краденого, нарушение правил хранения оружия и боеприпасов, самоубийства.